Всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам, как я с помощью блокнотов заменила себе личного психолога. Все эти ежедневники, скетчбуки, мы же ведем их не просто так. Для кого-то это способ узнать себя, как-то организовать свое время, лучше устроить свою жизнь. Кто-то творчески самовыражается во всех этих рисованиях, приклеиваниях, оформлениях. Я, допустим, делаю все вместе, и для меня блокноты и фотография — это вообще вся моя жизнь, это описание моей жизни, и для меня важно оставить хотя бы такой след после себя. И есть два блокнота, которые особо сильно раскрыли меня для самой себя же, которые дали мне ответы на вопросы относительно меня. Я уже рассказывала о них в видео про все мои блокноты и про идеи для пустых блокнотов, ссылка будет внизу. Но хочу повторить еще раз. Блокнот обо мне, в котором вопросы, которые я находила в различных книгах, каких-то специальных ежедневниках по самопознанию и саморазвитию. И я отвечала на это все в течение 1,5 лет. И результат был восхитительным. Те тревожности, которые у меня были, они прошли. Я избавилась от нескольких вредных привычек. Я просто лучше... Гораздо лучше стало понимать себя, почему я действую так, а не иначе. Список этих вопросов есть у меня в паблике и в Инстаграме. Ссылка тоже будет внизу. Очень вам советую завести такой блокнот. И еще у меня есть блокнот для учебы, куда я конспектирую все прочитанные книги. Ну, не все, но большую часть. Какие-то интересные статьи, обучающие моменты. Если что, мне 26 лет, уже нет ни школы, ни института, но учиться, продолжать учиться все равно очень важно. И такой блокнот я тоже советую вести, потому что вы занимаетесь самоорганизовыванием, вы продолжаете тренировать свой ум и еще больше закрепляете информацию в уме, дублируя ее, получая не только просматривая какой-то ролик на ютубе, а конспектируя его. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам интересна вся блокнотная тема, рисование, ежедневники и так далее, подписывайтесь на мой Инстаграм. Ссылка будет в описании. Также жду вас в паблике ВКонтакте. Всем пока!